Всем привет, с вами StevPro, и сегодня вторая часть создания своего сервера в Майнкрафте Pocket Edition. Что ж, для этого вам понадобится скачать определенную программу, после чего вы должны создать свой аккаунт в Google Play и зайти в программу и выбрать один из этих аккаунтов, после чего нажать на кнопку ОК, и у вас начнется загрузка сервера. Потом у вас должно появиться такое окошко, в котором вы можете написать название своего сервера. Ну что ж, давайте напишем StevPro. И дальше вы можете написать, кто у вас получит опку, то есть кто будет админом. И, допустим, мы напишем Demand. И чтобы хотеть, чтобы у вас было несколько админов, вы должны написать запятую. То есть админов вы должны написать через запятую. Больше никак. Также вы можете выбрать, какой у вас будет мир. Стандартный, плоский или с биомами. После чего нажать ОК. И ваш сервер будет грузиться. То есть он начинается просто новое создание сервера. Для этого вам потребуется, во-первых, рабочий интернет и несколько минут времени. То есть он будет создаваться около 2-3 минут. И после чего у вас будет настоящий рабочий сервер. И сразу предупреждаю всех, что для этого сервера и для этой программы вам понадобится версия Майнкрафта 0.13.0. И больше никакой. Сейчас идем дальше, давайте. Пойдем дальше. Так, все, как видите, нам вообще что нам добавили новые плагины. И также здесь, так сказать, хостинг сервера идет за определенный кредит, который вы можете пополнять, ну или взломать. Но если честно, у меня это не получилось. Как видите, открываю Майнкрафт. Извините за такой вид. Как видите, Майнкрафт не работает, то есть сервер не работает. Как я сказал, для этого понадобится версия 0.13.0. И он просто-напросто не работает на 0.13.1. Что ж, все, уходим с сервера. И давайте маленько еще посмотрим плаги. Например, вот здесь вы можете выбрать режим, так сказать, вашего сервера, то есть выживание креатив, это приключение или что-то еще. Вот, здесь можете выбрать количество игроков, которое у вас будет максимальное на вашем сервере. Здесь вы можете включить, к примеру, разные плагины, противник против противника. Но, к сожалению, это, опять же, потребует несколько времени. К примеру, это может грузиться от минуты до 2 минут. Да, довольно долгий старт. Но все же это можно подождать для стабильного онлайн-хостинга вашего сервера. Вот. Ну и, так сказать, это пробная версия программы. То есть, ее можно пополнять. И пробная версия программы идет 7 дней. Поэтому за 7 дней вы можете наиграться с друзьями. Также мы можем устроить сходку на этом сервере. Если кто-то хочет, то запросто я могу включить этот сервер. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.